немножко больше. Угу. Получается и продукты, и одежда, и все, да, любой все, этот. Немецкий магазин, да? Не, галерея Помонска, а, это Carrefour, французский. 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 Кабельный завод, посмотри, какой современный. Телефоника, кабель. И тут через полтора года будет стоять высокое здание. То все, это старое, что здание, как 150 лет тому кабель делали. Ага. Видишь, кабель, кабно? Да, лежит. Тут будет введена новая технология 22 века. А как она будет выглядеть? Что кабель не будет в таких залах делать, только в высоком здании, автоматическом, 15 пентер будет. И просто на, по высоте и там будет, будут делать кабель. Продукция кабеля. Новая технология. Чистый кабель. Да, то. А это то, что я говорил, что тут всегда дерево, и тут дерево переработывают. А это дерево когда-то плыло, просто барки тянули по воде. Доставляли да. по воде, да, сюда? Друзья, едем в город Тарун. Посмотрим, что там у нас сегодня. В городе родился Коперник, ага. Тут старый, тоже 150 лет или 180 лет, старый порт. Порт на реке. Порт на реке, ага. Да. И отсюда Бельгош продавала в другие районы песок. Песок? Да. Ага. Это Бурда вот это, да? Ну, Бурда, да. Бурда, да? Ага, река. Но приближаемся уже к Висле. Куда приближаемся? К Висле, реке Висле. Ага, река Висле. А тут порт. Ага. Еще раз повторяю, это был очень промышленный в 19 веке город. Кто видел на старинных этих фотках? Друзья, пока в целях экономии батареи выключаемся, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечная Калифорния.